Это хороший признак, как я с детства слышал. А, значит, тут еще маленький, а вот у там вот, у Рубина, это вот куда мы сейчас пойдем, там просто фактически в пол моего роста муравейник. Так, друзья, сейчас вот как раз я говорю про удобство ходьбы в сосновом лесу. Как вы видите, везде можно спокойно ходить. Это идеальный лес. Сосновый лес — это мой любимый лес. Да, около Иерусалима есть очень похожее, как бы, с некоторых ракурсов что-то похожее. Но здесь, друзья мои, сосен миллионы, миллиарды. Этот лес бесконечен, действительно бесконечен. Черт, как я рад, что я вышел, а. Вот что такое блогерство. Так бы я просто лежал и дрых. Лежал бы и дрых до самого отъезда. А после отъезда был бы приезд, и я бы снова лежал и дрых.